такие вот щеночки. 2 месяца. Мальчики и девочки. От Джеффа и Юсы. Есть девочки длинношерстные, очень симпатичные. Вот такие вот. Все хотят к своим хозяевам новым. Вот такая вот девочка есть. Вот она, длинношерстница. А куда они пошли? Там что-то увидели, да? Охранные качества очень хорошие. Вот кто-то пришел, уже гавкают. Вот такие вот детки продаются. Уже привиты документы. Документы ЦК ВНО. Центрального клуба владельцев немецких овчарок. Международные. Внуки Паска, клон Лофтенмур. В хорошем вольерчике, чистеньком. Булочка. Вот такие вот детки. Игорь, а ну можешь позвать их, чтобы они побежали туда? Я отдельно потом тех сниму, тот помет. Тут 2 помета, сперва 1 помет, а потом 2. Вот они. Побежали, побежали. Вот они какие. Вот, хотят все к новым хозяевам. Все хотят к новым хозяевам. Вот длинношерстная, очень красивая длинношерстная сука. Очень красивая, красавица. А ты больше всех хочешь, да? Один щенок хочет больше всех. Заберите меня первым. Вот, а эти сидят выдержаны. Так, тихо, тихо. Нет. Вот они. Сейчас сделаю еще обзор. С другой стороны. Сейчас. Игорь, поддержи его, я делаю ракурс. Сейчас, сейчас. Вот и хорошо тоже будет. Очень интересно. Вот они. Цитра. Дети, 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 дети. Котик, 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 котик. Вольерчик. Очень хороший, тепленький. Котик, котик, кути. Идемте сейчас вот. Вот они все. Вот все кути. Крупные, очень крупные кути. Кути очень крупные. Хотят к новым хозяевам. Но один, конечно, не подарок. Кричит. Страшное дело. Вот они.